Что это за глаз такой? Итак, мы открываем наш сюрприз. Опа. Всем привет! Вы на канале ЯВТВ. Я Лизу. Всем привет! Вы на канале Ева ТВ. И сегодня мы будем открывать вот таких два необычных яйца сюрприза и одно яйцо Kinder Joy. И также мы откроем сегодня вот таких двух красивых лизунов. Не такие сюрпризы. Ева, какой сюрприз ты хочешь открыть первым? Вот этот фиолетовый. Давай, открывай. А вот эти мы пока в сторонку. Да, это мы уберем в сторонку. Ух ты! Что это такое? Это дракон. Дракон? Да. Посмотри сам. Какой нам дракон страшный попался. Сейчас мы будем его собирать. Наверное, тут тоже дракон. Не знаю, это мы посмотрим. Давайте соберем нашего дракона. Берем туловище. Одеваем ему голову. Вот такой у нас страшенный дракон получился. И, наверное, мы будем облеплять его слизью. Да. Ева, какой ты следующий сюрприз хочешь открыть? Вот это. Давай, приступай. Опять дракон. Угу. Давай, доставай его. Еще один дракон нам попался. Этот летущий. Угу, тоже с крыльями. Итак, давайте приступим собирать нашего дракона. А я пока буду играть с ним. Одеваем ему голову. Такой получился у нас страшный-престрашный дракон. И мы его также, наверное, будем облеплять слизью. Ева, а какой сюрприз ты хочешь открывать следующий? Слизь или яйцо Kinder Joy? Kinder Joy. Ева открывает яйцо Kinder Joy. Ева, тебе помочь? Да. Давай. Так, мы открываем наш сюрприз. Опа. Также он состоит из двух частей. Сначала какой будем открывать? Сюрприз или шоколад? Конечно же сюрприз. Давай, открывай сюрприз. Я его хочу вот так. Давай, я тебе помогу. Я закрою глаза. Сейчас я попадется. И нам попалась машинка. Уже два раза машинка. Да? Угу, гоночная теперь попалась. Да. Вот такая нам гоночная машинка попалась. С наклейками тоже. Вот здесь показана вся коллекция, и нам попалась вот эта спортивная гоночная машинка. И шоколадик. Пока Ева открывает шоколад, я наклею наклейки на нашу гоночную машинку. Мы наклеили наклеечку на нашу спортивную машинку. Такая она у нас получилась. Ну а теперь нам осталось открыть слизь. Давай откроем. Давай. Итак, я открываю зелененькую. Глаз! Глаз, да? Да. Посмотрите, какую лизу. О, а тут глаз какой-то. Да, как у меня. Что это за глаз такой? Привет! О, такой глаз тут у лизуна. Привет! Меня зовут Глаз. А, я так понял, это его глаз. Это лизун, и это его глаз такой. Привет, я Глаз, лизун!
И сегодня я буду облеплять страшного дракона, потому что он мне совсем не нравится, он плохой. О, мой второй глаз пришел. Всем привет, вы на канале Ева ТВ, и меня зовут Лизун. Сегодня я буду облеплять страшного дракона. Он мне очень не нравится, и он очень плохой. Поэтому я его сейчас облеплю. Ева берет наших лизунов, и сейчас она будет облеплять дракона. Вот тебе плохой дракон, я тебе говорил, не приходи сюда. Мы тебя победим. Дракон упал. Вот тебе тоже плохой дракон, мы тебя победим. Не заходи к нам больше. Все, драконы погибли. Добро победило зло. А я фиолетовый лизун. Я сейчас тебе покажу, как к нам приходить сюда. Вот так тебе. Посмотрите, какие лизуны, какие они слизкие. Богдан, смотри, какой лизун. Ева, он просит еще одного лизуна. Дай Богдашке. Богдану понравился лизун. Так, один мой глаз. А дракон ему не очень понравился, потому что дракон плохой. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока! Вот как Богдану нравится. Богдан, давай сложим нашего лизуна вот в такой вот стаканчик. Вкладывай. Вот, Богдану очень понравился лизун. Вот как ему нравится играться с лизуном. А мне больше не нужен раз. Посмотрите. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Это же лизун. Ева, как там у тебя очутился лизун? Вот такие страшные злые драконы. Богдан, смотри, какие страшные, страшные драконы. Как дракон делает? Смотри, Богдан, смотри, давай на дракона. Вот так тебе такой дракон, вот так тебе лизун победил. Лизун победил!